Накануне сотрудники администрации, УФМС, полиции и казаки провели рейд по безопасности. Первым под прицел попал так называемый «Скворечник» – дом в частном секторе с большим количеством обитателей. Как правило, владельцы такого жилья сдают помещение жильцам, не интересуясь их документами. В итоге подозрительные люди незаконно проживают на территории курорта. Церемониться с такими никто не собирается, да и на владельцев жилья, которые сдают его кому попало, управа тоже найдется, отмечают инспекторы. Здесь регистрации не имеют. В данный момент устанавливаем их личности. Вот, и в соответствии, если нарушения будут, значит, будут привлечены к административной ответственности. Отряды правоохранителей и казаков можно будет увидеть на всех улицах города. Следят они за соблюдением закона о запрете курения. Продолжаете курить? Вот, а пепельницу вам здесь, кафе вылили? Беседу проводят и с сотрудниками кафе, но предупреждают, впредь разговорами дело не окончится. Рейдовые группы пристально следят за всеми местами массового скопления горожан и отдыхающих. Прибрежная зона тоже в поле зрения. По пути следования без внимания не остается ни один подозрительный прохожий. Живете где, Сочи? Сочи? Адрес, адрес. Я знаю, что написано, вы скажите. А как вы живете, не знаете своего адреса? Если выявлен факт нарушения регистрационного режима, то поездка домой как минимум на 5 лет обеспечена. Поэтому все документы иностранным гражданам нужно носить с собой. С рейдовым отрядом договориться не получится. Почему вы в чужом городе находитесь и без документов ходите? Вы же знаете, что нужно делать? Регистрацию? Да, конечно, патент, все. Только у вас ее нет, наверное, да? Поэтому и носите с собой документы. Так получается? Как? У вас ничего нету, поэтому с собой документы не носите? Нет, у нас с собой нету, но у нас документы и все понятно. Следят правоохранители и за незаконными постройками в прибрежной зоне и на самом пляже, поручил глава. Как жители, так и туристы не должны испытывать дискомфорта. Все-таки на обновленном курорте должен быть качественно новый уровень отдыха. Особое внимание рейдовые группы уделяют и детям. Родители не должны забывать о законе о детской безнадзорности. Есть детки, которые на учете даже состоят. Их посещаем по домам. Не дай бог, если его дома нет, то уже мы работаем с родителями. Выясняем, где ребенок, находим его, доставляем домой, конечно. Вот. Такие рейды будут проходить на протяжении всего курортного сезона. Так что лето в Сочи обещает быть не только жарким, но и безопасным. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.